Мне вчера понравилось, как со мной мальчик пообщался, который второе место занял. Я ему пишу о том, что он второе место занял, говорю, ты мне пришли, пожалуйста, свой никнейм на Твиче, я хочу посмотреть, выполнил ты условия розыгрыша или нет. Он мне присылает, там одно сообщение написано в чате, у него, а надо 400, чтобы было. Я ему пишу, что условия розыгрыша не выполнены, что ты всего лишь одно сообщение написал. Вы не представляете, что он мне начал после этого писать. Да ты вообще видела вообще? У тебя даже у модераторов-то 400 сообщений не будет. Я говорю, ничего, что у моих модераторов по 30 тысяч сообщений.